Сотрудники комбината благоустройства принимают пополнение. В кузове грузовика новый трактор. Последний раз парк предприятия обновляли несколько лет назад. Теперь он стал богаче еще на 7 единиц. Новые машины отличаются от своих предшественников не только годом выпуска, но и функциональными особенностями. С плавающим ножом нового трактора, говорят коммунальщики, они станут намного быстрее расчищать дороги от снега. Механизатор, находясь в кабине, имеет возможность во время движения управлять своим ножом влево-вправо и таким образом определять, куда будет отваливаться снег. В нашем городе это первый крупногабаритный трактор с такой функцией. Разработчики техники позаботились и о комфорте водителя. О таком зареченские механизаторы, кажется, и не мечтали. И тем не менее получили просто технику в той комплектации, которая неожиданно, да, замечательно. Вот, в частности, ХТЗ-172 оказался, что у него кабина водителя оборудована системой кондиционирования. Среди технических новинок комбината – экскаватор с увеличенным объемом ковша. Никаких принципиальных отличий в управлении нет, говорит начальство, так что водители освоятся быстро. Павел Усачев одним из первых обкатал новенький грейдер. Нормально работает. Побольше такой. Вот. А так все нормально. Грейдер технический. В общем, все нормально. Движок хороший и по состоянию уже лучше, чем с предыдущей другой техникой. На этой неделе комбинат благоустройства получит еще 4 машины. Итого будет 11 единиц. А к концу марта новинки можно будет увидеть и на улицах Заречного. Ксения Тризна, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный».